Ну, в сегодняшней игре провели два разных тайма. В первый тайм неплохо выглядели и активны были в движении, в перестроениях и выходе из обороны в атакующие действия. Второй тайм нам не удался. Ну, наверное, сказались там вследствие в большей степени, наверное, замен большое количество сделали. Надо было посмотреть и дать возможность всем ребятам почувствовать игровой ритм. Для этого и проводим сборы. Поэтому два разных таких тайма. Будем делать выводы, соответственно, будем готовиться. Сейчас выходим, скажем, такой предсоревновательный микроцикл. Непосредственно уже подготовка к первому официальному игру.